Вчера во время замеров, во время съемки снивелировано. Значит, стою я. Даю отметки. Смотрю, какая-то хрень нездоровая из земли торчит. Вот она, да. Эхо войны, так сказать. Эхо войны. Слышишь, брат, откуда все это? Эхо войны. Где твои крылья, которые так нравились мне? Здравствуйте. Да. Раньше у нас было время, гражданская позиция, так сказать, не позволила нам кинуть его в озеро. Ну. Хотя иногда кажется, что так и надо было поступить. Есть магазин и сразу вот стоите вот в улице к озеру. Да мы уже с первым говорили, озеру. Может им привезти туда, они говорят. Ну вы знаете, вдоль озера едете, вдоль озера. А ну то на самом деле, да. На самом-то деле и нам этот геморрой. А то я это самое. Алло. Не, ну то вижу, это что снарядик, как бы он не с Великой Отечественной оказывается. Направо, да. Это и если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где? Которые нравились мне. Слушай, откуда? Где твои крылья, которые нравились мне?